Томская дэнс-команда «Юди» покорила жюри телешоу «Британия ищет таланты». В полуфинале томичи заняли второе место и сумели пробиться в финал конкурса, который пройдет в эти выходные. Как победе земляков радовались в родном Томске и готовы ли танцоры к решающему выступлению? Все это расскажет Никита Лобиков. Сегодня в школе «Юди» маленькие танцоры начинают тренировку не с разминки, а с повторного просмотра полуфинала телешоу «Британия ищет таланты». Он прошел ночью в Лондоне, где выступил основной состав команды. С новым номером томичам удалось обогнать всех конкурентов и пробиться в финал конкурса. Выступление поразило не только детей, но и всех членов жюри. Самое интересное выступление «Юди» – это то, что мы живем в век большого количества спецэффектов, огромных взрывов в кино. У нас очень высокие требования, но то, что вы делаете, очень просто, но очень эффектно. Вы заставляете нас сопереживать. Свое выступление танцоры готовили 3 недели. Это абсолютно новый номер, придуманный специально для британского телешоу. Он получил название «Infinity Immortal» и был поставлен вновь в полной темноте. Сейчас в кратчайшие сроки танцорам придется придумывать свое итоговое выступление. Финал уже не за горами. Мы будем сейчас готовить и брать что-то из старого своего материала, потому что мы-то 18 лет танцуем. И у нас программа очень большая, просто Россия этого не видела. Нам главное, чтобы нам дали время, потому что они сейчас нас вот на один эфир, на другой с 7 утра таскают. Мы даже не выспались после вчерашнего полуфинала. Судьба главного приза решится в ночь с воскресенья на понедельник, где томичи поборются еще с 9 финалистами. Пока они пытаются покорить Туманный Альбион, в Томске их ждут маленькие воспитанники. И только с победой. Никита Лобиков, Юрий Рылов. Новости РЕН-ТВ. Томск.